Экологи управления природными ресурсами и студенты Зареченского технологического института привели в порядок несколько десятков заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной войны. Благоустройство захоронения проводилось в рамках традиционной акции «Спасибо за победу» и всероссийского субботника «Зеленая весна». Листву собираем, где-то подпиливаем деревья, ну и, соответственно, благоустраиваем. Могилы мы убираем, как правило, очень много. Находим мы их по звездам, то есть как бы они все заброшены, уже ни имен, ничего нет. Бывает там иногда имена находим, иногда номерки находим. Студенты Зареченского технологического института принимают участие в уборке могил ветеранов Великой Отечественной войны каждый год. В образовательном учреждении всегда много добровольцев, которые хотят отдать дань памяти людям, воевавшим за Родину. Годы после войны уходят, и остается много уже могил ветеранов, у которых не осталось ни родственников, ни друзей. Но эти люди сделали для нашей страны так много, что это несправедливо, и мы должны помнить о них и сделать для них хотя бы вот такую малость, как привести в порядок могилы. Ребята всегда делают это с удовольствием, они понимают важность помнить тех, кто отдал свою жизнь за нас. Участие в акции «Спасибо за победу» принял также комбинат благоустройства и лесного хозяйства. Муниципальное предприятие предоставило добровольцам грабли, лопаты и автомобиль для вывоза мусора. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».